опыт. Устроился на работу, но всегда здесь. Угу. Вот этот стереотип давлел. Вот это надо было преодолеть в себе, что ничего не значит на самом деле. Ну, распределил кого, ну, повезло, ну, взяли. Ну, как бы 4 года я работала. Но мне не нравится эта работа. Но она мне не нравится. Я не получаю от нее удовольствия. И если это так, и есть нечто, что меня манит, ну, значит, надо попробовать. Ну, как бы просто надо попробовать.